Прискорбно, но факт, 97% населения Мордовии не средний класс. К какой группе доходов относятся, официально никто не скажет, ведь четкой классификации пока не существует. Поэтому остановимся на опубликованных цифрах. Средний класс, по мнению авторов исследования, это люди, которым хватает дохода, чтобы каждый год всей семьей качественно отдыхать, например, на каком-нибудь курорте хотя бы 21 день. Даже если на отпуск люди копили, то при этом человек из среднего класса не экономил ни на лечении, ни на еде, ни на развлечениях, ни на ремонте машины и прочих бытовых нуждах. Собственно, с учетом этих условий был составлен рейтинг, в котором Мордовия заняла 80-е место. Лучше всего дела со средним классом обстоят в Ямало-Ненецком автономном округе. Там процент более-менее нормально живущих людей составляет 39. Москва лишь на четвертом месте. Там средний класс составляет 30% населения. Но это, кстати, пятая часть всех середнячков России. Золотую середину рейтинга заняли Липецкая и Тульская области. Там по 7% населения можно отнести к среднему классу. Мордовия на 80-м месте. У нас представителей среднего класса чуть больше 3%. Такое печальное положение легко объяснить по результатам другого рейтинга, который месяц назад опубликовали РИА Новости. Оказалось, что самое доходное рабочее место для жителей Мордовии – это госслужба, где можно рассчитывать на зарплату в 46 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве много финансовых организаций с зарплатами под 200 тысяч рублей в месяц. В Мурманске и Петропавловске-Камчатском, где доля среднего класса плюс-минус 20%, рыболовы имеют примерно московские зарплаты. Так что до полноценного среднего класса большинству жителей как до Сахалина пешком. Остается только надеяться, что ситуация когда-нибудь изменится, но мы не одни такие, если это кого-то успокоит. Горечь аутсайдерского положения с нами делят Ивановская область, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. А замыкает рейтинг Чечня и Ингушетия. Там середнячков меньше 2%. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости.